Американский генерал-майор запаса призвал, цитата, «убивать русских». Такое заявление военный сделал в прямом эфире телеканала Fox News. Роберт Скейс во время интервью для вечерней аналитической программы высказал мнение, что только такие меры помогут в урегулировании кризиса на Украине. Генерал уверен, в конфликте в Донбассе участвовали военные из России. Их, по его мнению, должны убивать американцы. К Украине. 3000 американских солдат отправляются в Восточную Европу. Туда же отправляют бронетехнику. Для чего? И что вы ждете от этого? Я ничего не жду, Лу. На Украине уже все решено. Единственное, как США могут как-то повлиять на происходящее в регионе и изменить ситуацию, это начать убивать русских. Убивать русских, убивать так много русских, что даже российские медиа не смогли бы скрыть тот факт, что русские возвращаются на родину в гробах. Но это, учитывая поддержку, которую мы оказываем украинцам, учитывая возможности самих украинцев, которые... это вряд ли произойдет. Роберт Скейс – ветеран войны во Вьетнаме. Еще в 2000 году он ушел в запас, но борьбу продолжил. Теперь он пытается защитить интересы США на страницах газеты и на телевидении. При этом издание «Нью-Йорк Таймс» пишет, что генерал занимается подобной пропагандой не только на энтузиазме. По данным журналистов, он работает на Пентагон и получает крупные гонорары за подобные аналитические высказывания.